12 ноября в Сингапуре состоялась мировая премьера нового спортивного кабриолета Lamborghini Aventador LP704 Roadster. Его сердцем стал 12-цилиндровый 700-сильный двигатель. Мощный автомобиль разгоняется от 0 до сотни за 3 секунды и может развивать скорость до 350 км в час. Генеральный директор компании Стефан Винкельман лично испытал новый суперкар. Я вел его на максимальной скорости. Когда мы проверяем автомобиль, то делаем это в различных условиях и также на максимальной скорости. Еще одна интересная особенность Родстера – раздвижная крыша, состоящая из двух частей. Она выполнена из углеродного волокна и весит всего 6 килограммов. Благодаря малому весу крышу легко снимать. Это владельцам придется делать своими руками. Отсоединенные части помещаются в багажник. Свою новую модель Lamborghini представил в Сингапуре не случайно. Поскольку здесь много миллионеров, компания возлагает на этот город-государство большие надежды. Сингапур – один из самых важных для нас рынков в мире. Он находится в десятке лучших. Это кажется невероятным, но он идет рука об руку с такими рынками, как США, Китай, Великобритания, Ближний Восток. Так что речь идет не о количестве людей, проживающих в стране, а о средствах, которые они готовы потратить. Между тем, компания Lamborghini, ныне принадлежащая концерну Volkswagen, также надеется на хорошие продажи и в Китае. В этом году мы вошли на рынок Филиппин и впервые продаем приемлемое количество в Индонезии и Малайзии. Не исключена возможность выйти в следующем году на рынок во Вьетнаме, так что условия для продажи есть. Но это ничто по сравнению с тем, что мы видим в Китае. Китайский рынок имеет значение не только в Азии, но и во всем мире. Винкельман говорит, что текущий год стал лучшим для Lamborghini после глобального падения продаж в условиях жесткой конкуренции. После пикового снижения продаж в 2007 году идет очень медленное восстановление. Можно сказать, что мы находимся в самом его начале, поскольку раньше наши мировые продажи суперспортивного автомобиля составляли 36 тысяч. В этом году мы приближаемся к 25 тысячам, но даже в следующем году эта цифра не увеличится. Новый родстер Lamborghini появится в автосалонах в конце весны, начале лета. Его стоимость составит 350 тысяч евро.